of the Jack Remix. Перед игрой со шведами в Инсбруке нашу команду поселили в отель в самом центре фан-зоны. Шум стоял круглосуточно. По гостинице расхаживали раскрашенные в желто-синие цвета фанаты. Но наших это только закаляло. В начале трансляции часто показывают шведского суперфорварда Златана Ибрагимовича. Вот он приветствует Хидинга. Тот факт, что Аршавин выходит в стартовом составе, европейцев мало заботит. Но после матча именно зенитовец станет самым обсуждаемым игроком. Сложилось такое впечатление, что мы играем не против России, а против Голландии. Но теперь уже ничего не поделаешь. Швеция едет домой, а русские сыграют как раз с голландцами.